Деньги. Почему? Ну, как, что, работаешь? No, no, because I'm gay, so I wouldn't marry a woman. But... А девушек какой страны считаешь самыми красивыми? Испания, Германия, Франция и, наверное, Италия. Норвежек. Почему? Потому что у них очень утонченные черты лица. Украинки, белорусские. США. А почему? Просто я смотрю много американского кино, и там очень много красивых девушек. Ну, наверное, Испания, Италия. Из Италии, наверное. Ну, пусть будет Арабские Эмираты и Испания. Ну, мне на самом деле сложно ответить. Я бы сказал, что все девушки красивы по-своему, если это считается за ответ. Татарки. Украинки. Women from Kenya, Mozambique, Zimbabwe. Yeah, they're probably the most aesthetically pleasing on the eye. Японки. Наверное, Испания. Ну, Япония, скорее всего. Украинок. Да, не все как бы красивые в основном. И азиатки, и там мулатки, и темнокожие. Как бы, ну, все. А женился бы на украинке? Да. Нет. Почему? Нет. Почему? Мне очень не нравится темперамент женщины из Норвегии. Женился бы на украинке, белорусской или русской? Да, будем втроем жить, вчетвером. А ты бы женился сам на украинке? Ну, я сам на полный украинец, это вполне реально. Мне не важно, черный тоже очень красивый, и тем более есть какая-то в этом приятность. А женился бы на итальянке? Возможно. No, no, because I'm gay, so I wouldn't marry a woman. But... Да. Почему? Они хорошо готовят. Да. Почему? Ну, блин, не знаю. Как-то она... Ну, прикольная, блин. Нет. Почему не женились? Ну, я пока не хочу этого делать. Да. Без проблем. Почему? Ну, как бы, любви, ну, нет никакой границы. Если бы я уже и влюбился, то что, шел бы до конца и без разницы. У меня отдельное отношение к институту семьи и институту брака, и мне сложно ответить, женился бы ли я. Что важнее в девушке, красота или харизма? Красота. Почему? Ну, не знаю, обычно по внешности все смотрят человека. Харизма. Почему? Потому что на красоте далеко не уедешь. Деньги. Почему? Ну, как, что, я работаю, что ли, буду? Знаете, кроме красоты, она должна быть человеком, с которым тебе будет комфортно. Вот это очень главное, самое главное, наверное. Харизма. Почему? Потому что как красота идет субъективно, а харизма субъективно. Красота. Почему? Потому что это привлекает больше. Харизма. Почему? Ну, не знаю. Я считаю, что харизма. Просто ну, такое мне мнение. Ну, я думаю, что это комплекс. То есть, в первую очередь, мне должно быть, да, приятно с человеком. Но при этом я понимаю, что я могу очень многих людей приятных не подпускать к себе в первую очередь из-за того, что они, например, меня не привлекают. Все взаимосвязано, да? Да, все связано. Смотря какая цель. Если цель определенная, то лучше красота. А если цель другая, то, наверное, лучше то и другое. Charisma or beauty? Well, it's all very circumstantial. Beauty is different than many people. Someone's intelligence could be beautiful. I like a mixture of both. Наверное, красота. Харизма. Давайте харизму выберем. А, красота, наверное. Харизма. Красота, может.